Раньше учебно-методическое объединение по образованию в области сервиса и туризма возглавлял один из московских университетов. Теперь площадкой станет Сочинский вуз. Сегодня на курорт прибыли представители 40 институтов со всей страны. В ходе заседания его участники планируют выработать комплекс мер по развитию туристической сферы, рассмотреть вопросы формирования кадрового потенциала, поговорить о развитии детского и экотуризма. Серьезная проблема для нас сегодня является организация практик по подготовке студентов, обучающихся на бакалавриате и магистратуре по этим направлениям. Нам бы очень хотелось, чтобы мы проработали эти вопросы по организации практик. Для кого это делается? Для наших выпускников, тех, кто приходят не просто получить знания, а конвертировать их в соответствующую работу. Вот. Поэтому, если на этапе подготовки, а еще важнее даже подготовки программ, это будет сделано, я думаю, что результат будет более плодотворным. Всего в нашей стране 419 вузов готовят специалистов в области туризма. И сегодня задача учебно-методического объединения по образованию в области сервиса и туризма – объединить эти университеты для совместного решения актуальных задач.